Мы решили отдохнуть от съемок. Решили просто прогуляться перед сном. И вот мы увидели аллею фотографий Формулы-1. И здесь Остапа понесло. Какая стойка! Какие микрофоны! Надо все снимать! Поэтому репортаж. Какой хороший ракурс. Видно все только с другой стороны. Торговый центр. Нагорный парк. Здесь вот телебашня. Языки пламени. Здесь три торговых центра. Центральная улица. Вот здесь набережная. Конечно, по таким дорогам. Вот почему по дороге идеальные. Потому что... А покрытие... Покрытие должно быть очень ровным для гоночных машин. Вообще круто, конечно. И очень классно, что сделали прям памятник. Да, когда еще будет в Баку Формула-1? Ну, сделали прям целую аллею с фотографий, как это было, и фотографии подсвечиваются. Я могу сказать, что днем это не вот не дает вот этого ощущения грандиозности, масштабности. А вот вечером, когда все подсвечивается, ну прям шикарные кадры. Конечно, здесь, наверное, были лучшие фотографы, которые делали снимки. Алексей решил пройти каждый кадр. Лёш, мы так будем здесь до ночи. Ничего себе. Ну, пойдем, будем искать красивые кадры и будем снимать. Вид сверху. Как устроен, да? Навигация какая у пилота. Или как он? Пилот называется? Ну да, пилот называется. Да, он... Класс. Молодые ребята, гонщики. Молодые, азартные. Марк Вебер и Себастьян Виттель. Ну, так как я в гонках не разбираюсь, я могу только смотреть красивые фотографии. Знаешь, что я обратила внимание? Что вот здесь покрышки такие гладкие. Может, потому что машина в движении. А вот там машины вот прямо они такие ребристые. Машина покрышки. В движении просто, может быть. А. Кадры такие сочные получаются. Вообще кадры офигительные. А вон чемпион, наверное, номер один, да. Сейчас мы подойдем к чемпиону. Как это было? Вот здесь покрышки вот какие. Стертые, наверное. Это чемпион. Ну да, вот номер один. Где номер один? Вот. Победитель Формулы-1 Азербайджан в 22-м году. Макс Верстаппен. Не написали, из какой он страны. Сейчас скажу, какая страна. Red Bull, да. А вот страна. Ну вот как, да? Вот делают форму. Я смотрю на человека. Я как должна определить, какая это страна? Вот как? Ну я вижу Red Bull. Страна Red Bull, значит. Нет страны. Вот флаг есть, а я... Страна просто знает своих героев. Вот, видишь? Я не помню, чей это флаг. Ну, и правда на такой скорости на большой машине так подлетают. Прям машина в полете. Обалдеть. Какой пульт, да? Руль. Почему пульт? Попробуй еще разберись, как этим рулем управлять, да? Не ошибись.
еще какие-то крутилки здесь маленькие. Это прям он правда что ли крутит? Или это он пальцами перещелкивает? Пальцами. BMW автомобиль, похоже. Красивый. Покрышка слетела с колес. Смотри. Победитель Формулы 1 Азербайджан 2021. Зимняя Формула 1 Азербайджан 21. Винер, нет? Зимняя переводится. А, может быть, да, наверное. Победитель Формулы 1. Тоже на поворотах покрышка слетела. Диск об асфальт скребет. Wi-Fi нет? На, посмотри. Ходим с двумя телефонами, с тремя теперь. На моем телефоне отключили в течение первого месяца телефон, мы не платили налог. Юлин телефон основной тоже отключили, у нас есть еще один запасной. Вот теперь ходим, раздаем с третьего телефона интернет. Включился интернет? А? Интернет включился? Ну, не знаю. Форд автомобиль. Обалдеть. Кабина пилота совсем малюсенькая. Что ты говоришь, Юль? Это Италия знак? Вот это. Флаг. Фотография обалденная. Подсветкой. Юль, что ты там ищешь, скажи мне, пожалуйста. Я хочу посмотреть, кто выигрывал каждую формулу.